Супер вообще! Докатиться до финиша и при этом не сгореть – сложная задача, но только не для участников семейного велопробега. Здесь не нужно было показывать скорости уровня Альберта Контадора или Лэнса Армстронга. Главное требование – аккуратная езда и креативный лук. Семью Медоночевых заметно за три версты. Молодые люди на стиле и на расслабоне. А об их знаменитом тандеме уже слагают городские легенды. Все совпало. Мы, во-первых, любим велосипеды, во-вторых, мы не так давно поженились, собственно, и мы решили поучаствовать как семья в этом. Это образы примерно середины 20 века, ну, то есть, соответственно, где-то 1940 год. Семейный велопарад проходит уже в третий раз и в этом году собрал около 300 обладателей двухколесных железных коней. Для всех участников приготовили 5-километровую дистанцию, а для тех, кто пришел без транспорта, организовали интерактивные площадки, фотоконкурсы и розыгрыши с приятными призами. Для любителей экстремального вождения провели мастер-класс по BMX. Это трюк может сделать любой. Здесь уже только все зависит от желания и от того, насколько высоко хочется подпрыгнуть. Спортивный праздник устроили в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая предлагает жителям страны использовать альтернативные способы передвижения. Ходьбу, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд. Главное, без машины. В день всемирного отказа от автомобиля 22 сентября организаторы объявят города-лидеры. Василий Ермоленко, Максим Курочкин, 31 канал.